Произошло это в поселке Хоралба, Касалском районе, из учеником учителем. Учитель предмета начальной военной подготовки Абдул-Карим ударил по лицу ученика 10 класса Едил Максотова. Также нанес удар ногой, тем самым причинил тяжкие телесные повреждения второго потерпевшего. По диагнозу медицины у потерпевшего кровотеки мошонки и размножение правой яички в дальнейшем его удалили. Приговором суда сегодня вот Абдул-Карим Айдос Анваровичу признан виновным. Статья 106, часть 2, пункт 5, 11 по данной статье назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. С отбыванием наказания исправительной колонии общего режима. Приговор суда не согласен, в принципе, мы будем обжаловать вышестоящие органы. Мы считаем, что это неосторожно было преступление, так как он умышленно не причинял вред потерпевшему. Поэтому в дальнейшем будем обжаловать, мы не согласны с приговором суда. А в каком размере он возмещен? Ущерб по делу полностью возмещен. Сумма какая? 2 миллиона 800 тысяч.